Смотри, не лихач. Как тебе багги? Выглядит не очень, но если приделать к нему пару пушек, то можно хоть кого валить. Ну что, готов поработать еще? Бандиты захватили блокпост на въезде в каньон. Хотят отрезать нас от большого города на востоке. А это неприемлемо. Я уверен, нам пригодятся твои навыки в подрывной работе. Сделаешь это, я даже одолжу тебе свою любимую снайперскую винтовку. Отлично. Вот немного взрывчатки. Размести ее на воротах и беги. Удачи. У нас кончаются припасы. Нужно заложить взрывчатку в баррикаду, предупредить наших и взорвать ее. Ищи в пустошах люки. Это единственный способ туда попасть. Только не попадись мутантам, иначе тебе конец.
Верно, Джави. Знаешь, а ты неплохо смотришься. Хочешь посоревноваться в заезде? Тогда возвращайся, если не трусишь. Конец связи. Я тут придумал устроить заезд на время. Хочешь попробовать? Ничего особенного. Мой обычный маршрут. Вот что. Если ты побьешь мой рекорд, я установлю на твой багги турбонаддув. Хочешь попробовать? Удачи. Итак, тебе нужно только доехать до флага и обратно. Смотри на карту. Просто, ага. Но помни, прямой путь не обязательно самый легкий. У тебя все готово? Если побьешь мое время, установлю тебе турбонаддув. Что ж, впечатляет. Ты, как говорится, прирожденный гонщик. А мы тебе сейчас еще турбину поставим. Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, доставь ее в гараж, и я займусь ею. Эй, вижу, ты починил старый багги. Да, багги неплох. Но если ты хочешь найти что-то получше, отправляйся в источник. Поговори с Джеки Виксом, который заправляет там гонками. Он может помочь. Эй, приятель, не уезжай. Дэн хочет тебя видеть. В темпе. Отлично. Знаешь, благодаря тебе тут стало гораздо безопасней. Мы твои должники. Теперь стало безопасно, и мы с тобой расстанемся. Хотя действительно жаль. Нам бы ты реально пригодился. Такие парни очень ценятся в этих местах. Но ты слишком выделяешься, и рано или поздно правительство придет за тобой. Хотя у меня есть еще одна просьба к тебе. Мэр Клейтон — глава города Источник на Востоке.
Мне нужно передать ему письмо. Только ты можешь доставить его. Наши припасы на исходе, а мэр обещал помочь. Быстрее, пока бандиты не отрезали нас от города. Ты съездишь? Знал, ты не подведешь. Не забудь, на твоем багги нет ни одного ствола. Если наткнешься на бандитов, удирай как можно быстрее в город. Там не так опасно. Доберись до источника. Иди к мэру Клейтону. Он даст нам припасы. Ты стал нам добрым другом. Спасибо тебе. И запомни, наши ворота всегда открыты для тебя, в чем бы ты ни нуждался. Хочешь еще попробовать? Не забудь, если тебе нужно будет починить машину, доставь ее в гараж, и я займусь ею. Связи. Помни, на этом багги нет оружия. Доберись до города как можно быстрее.
Стой, где стоишь, чужак! Ты по делу? Хочешь увидеть мэра Клейтона? Подожди, я доложу. И стой смирно. Алло, сэр. Тут человек к вам пришел. Кажется, от Дэна. Интересно. Пусть заходит сейчас же. Мэр тебя примет, но есть один момент. У нас в источнике свои правила, и чужаков здесь не любят. Не выпендривайся и помалкивай. Тогда все будет в порядке. Народ здесь адски подозрительный. Они не станут просто так тебе доверять. Мой тебе совет. Ни во что не влезай. Ладно. Короче, входишь в город и прямо через двор конторы мэра. Не промажешь. Если нужны гонки, иди к Джеки Виксу. Он на том конце города, не пропустишь. Ищи большую надувную гориллу. Внимание! Шериф Блэк сообщает о повышенной активности бандитов к северу от города. Отмените все несрочные поездки до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Спасибо за понимание. Если ищешь мэра Клейтона, он вон там. Ух ты, кто-то еще носит эту странную одежду. Новичок, приветствую тебя в нашем городке. Это приличное место, и правительство редко сует нос в наши дела. Не знаю, откуда ты, но мы в источнике рады всем. Если ты еще не говорил с нашим мэром, иди к нему поскорей. Если нужны деньги, подумай об этих играх. Всегда найдется дурак, готовый рискнуть своим баблом ради того, чтобы забрать твое. Добрые жители Источника! Шериф Блэк получил неприятные известия о появлении мутантов на западной территории. Нам нет дела до чужаков. Все вы знаете, что мутанты смертельно опасны. Увидев мутанта, никоим образом не провоцируйте его. Немедленно сообщайте о замеченных мутантах шерифу. Спасибо за внимание. Будьте начеку. Ты новенький здесь. Странник, а? Ну да, выглядишь ты странно. Я видел их. Мутанты. 10.
Нет, 20. Они везде. Они кого-то схватили и разорвали на части. Вот почему я отсюда ни ногой. Ни за что. Говорят, мутанты наступают на поселение. Скоро будут ломиться в городские ворота. Сволочи. Увидишь мутанта, убей на месте. Одни беды от них. Ты заблудился? Если хочешь выпить, обратись к Салли. А если нужны гонки, иди к Джеки на тот конец города. Вот что я скажу, странник. Ты тут веди себя тихо. Не стоит привлекать к себе внимание, а то правительство захочет с тобой поговорить. И это тебе не понравится. Это город мэра Клейтона. Он основал его, а потом согнал нас всех сюда чуть ли не пинками. Говорит, чем нас больше, тем безопаснее. И он прав. Здесь ты можешь ничего не бояться. А вот пустошь — другое дело. Старина Клейтон — отличный мэр. Он заботится о городе и его жителях. Нужна работа, обратись к Салли. У нее всегда найдется дело. Спасибо за понимание. А ты хоть знаешь, во что ты одет? Я уже давно не видела людей в костюмах из ковчега. Ты сильно рискуешь. Будь осторожен. Попадешься правительству, моргнуть не успеешь. Никто не должен знать, что ты из прошлого. Ты здесь не светись особо. За таких, как ты, обещают большую награду. Тебе повезло. Я ненавижу правительство больше, чем люблю деньги.
добрые жители Источника. Шериф Блэк получил неприятные известия о появлении мутантов на западных территориях. Все вы знаете, что мутанты смертельно опасны. Увидев мутанта, никоим образом не провоцируйте его. Немедленно сообщайте о замеченных мутантах шерифу. Спасибо за внимание. Будьте начеку. Добро пожаловать, друг. Источник — лучший городишко в наших убогих краях. А главное, он достаточно далеко от постов правительства. Тот самый добрый и дружелюбный народ в мире, не то что эти ваши бандиты. Ну, хватит об этом. Говорят, у тебя ко мне послание от Дэна. Давай сюда. Опять проблемы с бандитами в поселении? Жить там — это большой риск. Смертельный риск. Ну что ж, я достану все, что надо. Но на это уйдет время. Не знаю даже сколько. Дэн тебя уважает, раз доверил такое дело. Что ж, приму это к сведению. Живи в Источнике, пока я ищу припасы. Но не в таком виде. Не хочу, чтобы за тобой явились шпионить агенты правительства. Так что смени этот костюм ковчега на что-то поновей. Сходи и найди торговца. Купи одежду. А эту засунь куда-нибудь, чтобы никто в городе ее больше не видел. Слейся с толпой, понял? Вот, рад, что мы друг друга поняли. И возвращайся. Есть один разговор.